Бабушка Юрьев день взрослый. Слушайте, давайте вот это не сыпать мне. Хохлячьи эти базары. Давай, коца. Вот животное, блядь, водить. Что же я тебе говорю, раб? Где прочитать? Ты дебил? Мы на вас не обращаем внимания. Ты сказал... Давай. Вы просто давай, вши. Живот. Жги. На нашей земле. Давай, жги. Эти вши. Она не твоя. Бабушка Юрьев день здравствуйте. Привет. О чем размовляете? Говорим на разные темы. Про новую каховку, например. По поводу чего? Новую каховку. Слышали? Ну, временно аннексированная часть нашей. Это где Украина нанесла удары, что ли? Да, да. Слышали, не? А вы откуда? Не принципиально. А что вы слышали про это? Нет, вы откуда? Я боюсь, чтобы продолжить. Украина, беседу. Украина. Я из ну, Украины. Территориально откуда? Чернобаевка. Название знакомое. Запорожская это область. Чернобаевка, Запорожская где-то область. Где-то рядом. А что там слышал? Почитайте украинские сообщения, там все написано. Что они нанесли удары, подавили точки ПВО России, нанесли удары по каким-то там этим, а на самом деле... Поубивали людей в новой каховке. Что там? Ага. Слушайте, а как же, если поубивали людей, как же ваш генерал-майор Назбулин, да? Симферополь. Кто такой Назбулин? Ну, это генерал-майор, который отвечал за 22-й армейский корпус, военная часть в России, номер 73-954. Слушайте, давайте вот это не сыпать Симферополя. Мне. Вы мне дайте ссылку, и вот я сразу не, открою. Нет, ссылка делится. Давайте ссылку. Ссылка что делиться мне нельзя. Мне ваши вот эти води, хохлячьи эти базары. Давай, Коцапня. Сказки не надо. Коцапня, води. Води, Коцапня. Генерал-майор Назбулин. Нет, что мне посмотреть? Вот животное, надо, блядь, Назбулин. Води. Что же я тебе говорю, раб, води. Да генерал-майор Назбулин, Назбулин. И тебе выскочит. Для меня то, что... Назбулин, блядь, что ты говно, что я не знаю, кто такой Назбулин. Так скажи, тебе выскочи, тема? Что после попадания ракет «Химарс» по штабу в Херсонской области погиб начальник штаба 22-го армейского корпуса ВСРФ, военная часть 73-954, города Симферополь. Это ваша новость, блядь. Где прочитать? Ты дебил? В поисковике, я в гугле. Я не ваш родственник, я вас не обсуждаю. В поисковике, не знаю, дебил, животное, в поисковике вводи то, что я тебе говорю. Генерал-майор Назбулин. И тебе выскочит, выскочит то, что тебе надо. Со мной разговаривает хора людина. Зачем я буду хору людину слушать? Ну уж ты ж тупорылый. Ты же хотел найти. Ну, ты же хотел найти. Пожалуйста, вводи. Когда они начинают указывать. Я не указываю. Не, не. Вот напряженно. Ты мне сказал. Я говорю, дай я ссылку. Я дерьмо не слушаю. Если мне будет интересно, я уточню. Но слушать дерьмо. Как ты говоришь, Краснобаевка? Нет. По-другому. Какой-то ты тупой, блин. Слушай, серьезно? А ты животное даже в гугле возди не можешь, своего. Что ваш генерал погиб, да? От Химарса. Блять, мужа позови своего. Боже, какой же ты тупой. Ты можешь мужа позвать? А ты своего, ты своего отослал уже, чтобы тебя не били? Послушать. Тупорылое животное, не? Боже, какой же оно опущенное тупорылое. Как вы не вывозите, блядь? Вы скатываетесь на оскорбление. Да какое оскорбление? Ты сказал ссылку. Мы на вас не обращаем внимания по одной простой причине. Давай. Вы просто давай, вши. Жги. На нашей земле. Давай, жги. Эти вши она будут не твоя, оттуда. Не была. Будете выдавлены все до одного. Поэтому я тебя вож, запомню. Давай. Его фотографию мы распечатаем. Давай. И в Чернобаевке ты больше никогда не появишься. Серьезно? Да, Гондон, давай. Давай, твоя фамилия Гондон, я услышал.